Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым проектом, который находится на предстарте. Называется MoneyFi. Пятерочка, если перевести на русский. Старт проекта назначен у нас на 7 февраля. Здесь идет отсчет времени у нас. Значит, принцип получения дохода, друзья, я зачитывать уже не буду. Думаю, все смогут это все прочитать. Я покажу здесь вам маркетинг. То, что меня очень зацепило. Тариф номер один. Вход единоразово сюда 55 рублей. Так, далее. Ну, 5 участников. Доход у нас с первого тарифа 225 рублей. Далее у нас запуск в тариф номер 2. Мы автоматически переходим во второй тариф за 110 рублей. На вывод у нас идет, друзья, 115 рублей. Также 5 участников в тарифе номер 2. Доход у нас 450 рублей. И мы автоматически переходим в тариф номер 3 за 220 рублей. На вывод у нас здесь идет 175 рублей. Это со второго тарифа. Плюс клон в первый тариф. Как бы, чтобы толкать нашу очередь. Так, далее. Тариф номер 3. Также везде по 5 участников. Доход только у нас здесь уже составляет 900 рублей. И мы автоматически переходим в четвертый тариф за 440 рублей. На вывод у нас идет уже 405 рублей. И опять, друзья, клон в первый тариф идет у нас за 55 рублей. Значит, и тариф номер 4. Мы автоматом уже перешли за 440 рублей. Тариф номер 4. Опять 5 участников. Доход у нас составляет 1800 рублей. Мы опять автоматом переходим за 880 рублей в тариф номер 5. На вывод у нас уже идет 865 рублей. И обратите внимание, и опять у нас клон идет. Клон — это мы сами. Как бы, да? За 55 рублей в тариф номер 1. И на пятом тарифе опять же у нас 5 участников. Доход составляет 3600. На вывод у нас идет 3545 рублей. И опять 5 у нас клон в первый тариф за 55 рублей. И так можно крутиться до бесконечности. Представляете? Регистрация здесь наипростейшая. Я на ней уже как бы останавливаться не буду. Начать зарабатывать. Сейчас страничка загрузится. Я попала уже в кабинет, я зарегистрирована. Здесь у нас как бы еще пусто. Сразу мы нажимаем «Редактировать профиль». У меня все отредактировано, я как бы все добавила. Тут, ну, аватарку, имя свое. Ну, и сохранила. Далее что? И партнерская ссылочка, друзья, находится. «Мои рефералы». Кликаем. Страничка загружается, опускаемся чуть ниже, и находится наша партнерская ссылочка. Берем ссылочку и делимся с друзьями. Ну, хотя бы у себя пост на страничке ВКонтакте можно опубликовать. Я думаю, проект перспективный, можно неплохо заработать. Меня вот маркетинг зацепил. Пополнять я пока, друзья, ничего не буду. Когда буду пополнять, я буду запишу видео, чтобы пополнить. Ну, вот здесь вкладочка «Пополнить».
Также на пополнение открыты. Я думаю, спешить пока не буду. Здесь введем сумму и будем, ну и нажмем пополнить. Вот. Как бы. И вот так. Нажимаю, попадаю обратно в кабинет. И здесь вот у нас тариф номер один. Потом мы нажмем на вкладочку и будем активировать. Кому интересно, присоединяемся, но не интересно, друзья, проходим мимо. Я, конечно, не могла пройти мимо такого проекта. Мне маркетинг вообще шикарнейший понравился. Приглашаю. Продолжение будет следовать. Буду продолжать мониторить проект. До новых встреч!